большой-большой секрет. Икота. Последний раз говорю, плохая затея. Да это просто шутка. Не смешная. Симка, ты зануда. Сегодня же день смеха. Вот увидишь, будет весело. Катя, это тебе. Думаешь, я не помню про 1 апреля? Какое 1 апреля? Хитренький. Ну и что там? Лягушка? Таракан? Меня таким не напугаешь. Вы что, совсем ку-ку? 1 апреля никому не верю. Я так заикой стать могу. Ты чего? Мы же пошутили. Смешно. Ну вот, доигрались до икоты. Люди дышат легкими, а помогают им в этом мышцы, межреберные и диафрагма. Они сокращаются, мы вдыхаем, расслабляются, выдыхаем. Путь воздуха лежит через голосовую щель. И если проглотить неразжеванную пищу, выпить много воды залпом или просто испугаться, сокращение происходит чаще, а края щели быстро смыкаются. Из-за этого препятствия возникает резкий звук и начинается икота. Вроде все. А ты, Симка, переживала. С икотой шутить нельзя. Опять? Так, задержи дыхание. Держи, держи. Не могу. Ну как, прошла? Тебя просто кто-то вспоминает. От этого и икота. Точно! А кто? Мама? Нет. Папа? Нет. Кусачка! Какая кусачка? Нолик! Ну да. Хамелеон? Учительница? Дед Мороз? В апреле? Так, нужен другой способ. Нолик, ты чего молчишь? Нечего предложить. А вот и есть. Надо прыгать на одной ноге и считать вслух. Что? Рассказывай. Тогда сама придумывай. Ладно, надо пробовать. Раз, два, три, четыре, пять. А долго считать? Я пока не придумал. То есть это ты сейчас сочинил? Зато и коты больше нет. Правда? Какой же ты Норичек молодец! Люди так обожают шутить, что даже придумали праздник – День смеха. В этот день дети и взрослые разыгрывают друг друга с давних времен. Например, 300 лет назад толпа горожан собралась посмотреть уникальное представление. Но когда занавес раскрылся, на сцене было пусто. Ну что делать, 1 апреля никому не верю. А однажды по телевизору показали репортаж об урожае макарон, которые растут на деревьях. И многие поверили. Вот умора. Розыгрыши и шутки – это здорово. Главное, чтобы они не были обидными. Прежде чем пошутить, подумайте, было бы вам смешно от такого розыгрыша. Я слышал, что один человек... почти 100 лет икал. Его тоже друзья напугали. Идея! Надо съесть что-то кислое. У тебя лимон есть? Класс! Вот сам и ешь его. Мне-то зачем? Ты же икаешь. Да это все из-за твоих дурацких розыгрышей. Я виноват, что ты шуток не понимаешь. Ай! Что это? С 1 апреля. И ты туда же. Ну, хоть больше не икаешь. Ой, и правда. Шла Симка по шоссе и тащила винтик. Ура! Ты-дыщ!
грязно. Спокойно, я знаю проверенный способ. Mm-hmm.